Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 9. На диаграмме показана глубина озер Каспийского моря, Танганьяки, Востока, Байкала и Сыккуля. С помощью этой диаграммы отвечаем на вопросы. Как называется самое глубокое из этих озер? Чему равна его глубина? На сколько метров Байкал глубже озера Восток? И на сколько метров глубина Каспийского моря меньше глубины острова Танганьяка? Самое глубокое озеро – это озеро Байкал. 1642 метра – такова глубина данного озера. Второй вопрос. На сколько метров Байкал глубже озера Восток? Озеро Восток имеет глубину 900 метров. А Байкал – 1642. 1642 отнять 900 будет 742. Настолько Байкал глубже озера Восток. Третий вопрос. На сколько метров глубина Каспийского моря меньше глубины озера Танганьяка? 1436. Отнимем 1025. Получится 410. Настолько глубина Каспийского моря меньше глубины озера Танганьяка. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.